Алексеевский луг. Да. Мы лежим на Алексеевском лугу. Здесь сенокос Владимира Буфового из Бурана. Он живет за счет скотоводства на острове. Остров как называется? Остров невезения. Остров невезения. Ну, раньше нырьма была. Вот. А теперь все. Последнюю нырьму поймали мы. Здесь не соврать. Так, где-то в 85-м году. И все, больше не видали ни раз. 85? Ага. А Сётр? А Сётр я вообще в глаза не видел тоже. Только по телевизору видел. А здесь были, это, где-то ловили на мосту это. А здесь вот, видали здесь со Сетров? А это ни раз не ловили. А почему так меньше стало рыбы? Потому что переловили все или воды меньше стало? Наверное, воды меньше стало. Но. И это, рыба вся уходит в озеро же у нас. Ага. А там, блин, через каждые 10 метров сети стоят, эти китайские. На засяне, да? Да, как китайские сети пошли, так все, набухо, они все берут, вычищают. Раньше капроновые только стояли, а сейчас вот китайки пошли, все,